все многие знают эту задачу. Этих двух углов нет. А задача такая, можно ли покрыть эту оставшуюся часть, вот то, что здесь нарисовано, пускай даже пока не раскрашено, а просто вот из клетчатой бумаги и вырезали вот эти углы. Можно ли их покрыть косями домино, так, чтобы все поля были покрыты и ни одной никуда не вырезало? Кто-то уже хотел сказать? Руку подняла. Полимино, есть такой американский математик Колумб, у него даже книжка есть, может, она у кого-нибудь ужасно в библиотеке имеется, где отталкивается от этой задачи, есть много-много всяких придуманных, интересных, оригинальных задач. Вот, а существует еще, может, вам попадалось такое интересное доказательство теоремы Пифагора на шахматной доске. Доказательство теоремы Пифагора на шахматной доске в свое время произвело сильное впечатление другого чемпиона мира Михаила Таля, который был восхищен, и помню, когда я с ним как-то беседовал, кстати, я его убрал в интервью за журнал «Кван», его сказал, что я с детства помню, мне это решение попадало в шахматы. Но, конечно, шахматисты всегда им приятно, когда шахматы что-то в чем-то проявляется. Вот, но это я просто привел пример. На самом деле, вот у меня только что сейчас «Науки жизни» вышли две статьи, вот здесь всякие доски, и целые две большие статьи, где рассказывается о разных задачах, связанных с математикой на доске, но фигур практически нигде нет. Это первое направление было. Следующее направление – это, я его назвал так, конь-хамелеон. То есть конь – это шахматная фигура, но даже если вы не умеете играть в шахматы, вы знаете, что конь считается такая самая хитрая шахматная фигура. Даже такое выражение существует «под конем». Если человек хитрый, потому что хочет слукавить, он делает «под конем». Вот. И существует много задач про коня, именно математически, на шахматной доске. И они, многие основываются на том, что конь обладает таким свойством, что на каждом ходу меняет цвет поля, на котором стоит. То есть, я не знаю, знаете вы или нет, но легко объяснить, как ходит конь. Он делает два поля и одно, два и одно, два и одно. Вот, собственно, весь ход коня. То есть он ходит буквой «Г». Вот. И он меняет с белого поля, приходит на черное, черное приходит на белое, белое опять на черное, ну и так далее. Вот так ходит конь. Я веду одну шахматы, я, правда, боюсь, что так мало народу играет, что даже, пожалуй, даже не буду этого делать. Но, а? Ну, может, приведу, да. Одну задачку приведу, просто интересное свойство коня, которое здесь появляется. Сделай король на один, перс на h3 стоит, ладья на h2, и пешка на h7. Так, вверх все, больше ничего нет. У черных король на g1, где тут король? Вот, король на g1, слон на f1 и два коня, вот на f1, два коня на h1 и на h8 еще. Так, и две черные пешки на f2, f2 и g2. Теперь мы должны выиграть. Это так называемая позиция взаимного цугцванга. Почему? Потому что если слон идет, то будет мат. Если конь идет, коню негде уходить, он просто потеряется. Пешка негде уходить. Конь может ходить на своем месте. Но и белый перец никуда не может уйти, потому что сразу отойдет слон, и пешка превратится, и черный развяжет клубок. Вот как же выиграть? Ты хочешь выигрыш показать? Как? Нет, на камере отношения нельзя, потому что пешка просто берет, превращается в какую-то фигуру и еще на выигрывает. Извините, пожалуйста. Да? Извините, пожалуйста. Но пешка может быть скосом есть. Вот можно съесть. Пешка есть только наискосом, да. Я хочу съесть вам. Я не знаю. Если я скосом иду, то есть могут пешки съесть от нее. Как ты предлагаешь выиграть? Нет, ну, сейчас, смотря на какой. Нет, хоть дело, хоть как ты предлагаешь выиграть? Я предлагаю, чтобы вот я первый дошла и не обратилась. Значит, давайте я лучше разрешение показывать, потому что вряд ли вы угадаете сразу. Дело в том, что там, чтобы выиграть, надо первому королю подойти к этому коню и съесть его. И тогда, у черных уже не останется ходов, они сразу же получат мат. Ну, а я буду...
понятно, это потом что вы делаете, вы получите массу уже больше, чем два. Поэтому вопрос уже зададим уже королю. Но если, скажем, король пошел в коню, направился, пошел туда, он не может никогда встать на белое поле. Здесь уж подшашкой, ну, так, да? Так теперь конь сюда не пускает, если он пытается король подойти сбоку, то есть дает следующий шаг, король берет и пешку превращается в ферзя. Если черные уже выигрывают, потому что у меня они просто разрезались, мата нет и так далее. То есть здесь идея в том, что король не может встать никогда на белое поле. Как же выиграть? Как забрать это? Значит, вперед. Так. Так. Так, 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 черный сюда, когда не пускает, он пошел дальше, на белое поле он встать не может. Так, 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 и теперь следует неожиданный хитрый ход, он встает на белое поле. Это единственное поле, которое условно может объявить шаг. Он меняет цвет, и теперь черный пошел уже дальше по черным полям. И просто приближается, ну и все, он съедает. Так, так, так. Теперь он опять не может выйти за шага, поэтому он отдает, возвращается в ферзя, конь отдает, отдается на ферзя, так, и все. И черный вынужден отдать коня, слон должен уйти. И ставят следует мат. Но эта позиция, вот, просто такая остроумная позиция, она основана на том, что нужно обмануть коня. А обмануть слона нужно поменять цвет. Этот конь все время входит, и нужно поменять цвет, чтобы подойти к этому углу, иначе к углу не подойдешь. Ну вот я на этом первый раздел закончил. На этом о коне в миллионе мы закончим. И в этой книжке у меня собрано много-много всяких задач, а следующий раздел это называется «Задача о ходе коня». Ну, вы, наверное, о ней слышали и видели, потому что она часто встречается в различных головоломках, там нужно пройти конем, и какое-нибудь выражение, или какая-нибудь стихотворная строчка составить, что-нибудь такое, какой-нибудь смешной текст. Эта задача о ходе коня, она часто называется «Задача Эйлера». Знаменитый математик, который не увлекался и предложил разные решения. Как... Значит, задача заключается в том, чтобы обойти конем всю шахматную доску, посетив каждое поле ровно один раз. В этом состоит задача. Тогда я... Это уже к шахматам не имеет отношения. Чисто математическая задача. Нужно обойти конем всю доску и вернуться на исходное поле. Ну, или не обязательно. Если он возвращается в конь на исходное поле, то такой маршрут называется замкнутым. И этой задачей занимались многие выдающиеся математики, находили разные приемы, существуют многие алгоритмы ее решения. И задача описана, есть там метод Мейдинга, есть, я даже читаю у себя по книжке, метод Риммана, Мунка и Коллини, метод Полиньяка, Рожи, метод магического квадрата и так далее, и так далее. Метод Эйлера, Вандермонда, много-много. Ну вот целая глава это посвящена, это целое направление. У этой задачи имеется много обобщений. Самое интересное из них, это когда мы рассматриваем не обычную шахматную доску, а доску произвольных размеров, то есть M на N, то есть M вертикали, допустим, и N горизонтали. Здесь наша доска 8 на 8, она может быть 20 на 20 любого размера. И так возникает, и даже не обязательно квадратная, а разные могут размеры. И задача возникает так же, тот же вопрос возникает, может ли конь обойти всю доску и вернуться на исходное поле? Или просто обойти всю доску, побывав на каждом поле один раз? Известно, то есть доказано, что это можно, значит, если поле всего одно, поле просто не стоит, и тут нечего обходить. Если поле никогда на это поле не попадет. Ну, вы понимаете, оно как вот так будет выбирать, вот он так будет ходить, и никогда не попадется. 3 на 3, доску он тоже не обойдет. Но самое интересное, что он не обойдет и доску 4 на 4. Это уже не так очевидно, но можно доказать. Доска 4 на 4, вот такая значит доска, ее тоже нельзя обойти. Можно так доказать, что вот если взять центральные 4 поля, то он на каждое это поле должен прийти и уйти. То есть из этих 4 поля дают нам 8 ходов.
Есть еще вот вокруг поля. Угловые поля, они все равно связаны с этим, значит, они будут учтены. А вот эти четыре, вот эти поля, А2, А3, Б1, Б4, С1, С4, Д2, Д3, они образуют два квадрата. Вот такой А2, Б4, Д3, С1, один квадрат. И А3, С4, Д2, А2, Б4, Д3, С1, один квадрат. А3, С4, Д2, Б1, два квадрата. Два квадрата, причем они замкнуты. Поэтому все четыре входа по этому квадрату не могут войти во вход коня, потому что тогда ему некуда будет, он никуда не идет, он так будет ходить все время, по бесконечности, вот так. Поэтому хотя бы один вход из этого маршрута по этому квадрату нужно отбросить. Поэтому получается, с каждого квадрата нужно отбросить один вход, получается два квадрата, из четырех второго квадрата только по три может быть в маршруте. То есть 3 + 3 = 6. И у нас 8 полей можно дать этот квадрат. 6 плюс 8 получается 14 ходов. Чтобы обойти доску 6 на 4 на 4, то есть 16 полей. Сколько нужно ходов, чтобы обойти доску 4 на 4? Кто скажет? 15 ходов, правильно. Там начинаешь ходить, и тебе предстоит обойти 15 полей. Значит, тебе надо 15 ходов. А у нас там 14. Вот, как я вам сказал, краткое решение, почему нельзя обойти доску 4 на 4. Но если говорить о квадратных досках, то начиная с доски 5 на 5, уже все, любую доску, любого размера, конь может обойти. Это легко доказать. Существуют разные методы. Вот, в частности, у меня приведены один из методов. Тогда идея состоит в том, что мы обходим некоторые доски, а следующие доски, они как бы окаймляются такой рамкой, и показано, как перейти на эту рамку, обойти ее и вернуться в доску исходную. И так каждый раз мы будем добавлять все больше и больше рамку, больших размеров, окаймляющих исходную доску, и будем обходить любую доску. Так что эта задача, я кое-что о ней рассказал, но это такая классическая задача, которые даже знаменитые математики посвятили много литературы, и у того же Эйлера была знаменитая статья, которая называлась «Решение одного любопытного вопроса, который, кажется, не поддается никакому исследованию». Но, разумеется, он имел в виду, что не поддается никакому исследованию. Это не то, что он не знает, как обойти. Обойти он может, но интересно, когда эту задачу решали, конечно, всех интересовало, сколько же существует решений. Вот это, конечно, никто не мог найти, и до сих пор никому это не известно, сколько существует всего разных маршрутов коня вокруг всей доски. Ну, вот это мы с вами дошли до третьего раздела. Четвертый раздел, это я его называю так, «Князь богатырь». Это я собрал разные математические задачи, в которых присутствует ферзь. Но кроме, естественно, задачи о восьми ферзях, это стоит отдельно. Значит, вот одна довольно симпатичная задача, которую ферзь имеет прямое отношение. Ничего на доске нету. Вот, у белых король и ферзь, а у черных только король, больше ничего нет. Надо поставить мат? Надо, да. Белым надо, конечно, поставить мат. Но, при одном условии, что... Не, подожди. При одном условии, что белый король не может ходить. Вот в чем вся хитрость. Что королю нельзя ходить. То есть задачу я называю так, неприкосновенный король. То есть короля трогать нельзя. Вот один ферзь поставить мат. Значит, понятно, что короля надо загнать куда-то сюда и потом поставить на мат.